Всем ду-ду-ду, на связи Форблинкс. Последний камбэк Blackpink был в 2018 году с альбомом Square Up. Получается, с момента дебюта Blackpink выпустили Square One, Square Two и Square Up. В 2019 году у Blackpink должен произойти камбэк. Камбэк с мини-альбомом. Перед началом видео хочу сказать, что вся информация принадлежит не мне. Всю информацию я взял в группе Blackpink YG Blackpink. Это очень хорошая и полезная группа. Там есть куча материала про Blackpink. Ссылку на эту группу я оставлю в описании под этим видео. Именно эта группа перевела статью компании YG касательно камбэка Blackpink. В статье пишется, что Ян Хён Сок сожалеет, что не может выполнить просьбу фанатов о том, чтобы выпустить полный официальный альбом для Blackpink. Компания YG хотят делать качественный материал. А чтобы делать качественный материал, нужно много времени. В 2019 году Blackpink порадует фанатов мини-альбомом. Он выйдет примерно в середине, в конце марта. Также в статье есть информация о соло-проектах других участниц. После соло Дженни должно следовать соло Роузе. И песню для Роузе уже подобрали. Соло Роузе должны выпустить после мини-альбома. В статье пишется, что цель компании YG в 2019 году – сделать два камбэка Blackpink и выпустить соло остальных участниц. Вторая по очереди Роузе, третья Лиса и четвертая Джису. Наверное, многие подумают, почему Джису последняя в очереди. Сейчас хочется вспомнить премию Golden Disc, где девушки нашли послание в печенье и прочитали его. Предсказание Джису звучит так. «Все в порядке, если ты не номер один, потому что ты всегда потрясающая». Соло Джису идет последним, но, возможно, это и к лучшему. У нее будет больше времени подготовиться и подтянуть свои навыки. Также хочется прочитать предсказание Роузе. «Без ясных целей и хорошего примера, на который стоит равняться, ты вернешься к тому, с чего начала. Неважно, как усердно ты работала. Помни, что в новом году твои цели и стандарты должны быть в приоритете». Я думаю, эти слова должны быть стимулом для Роузе. В этом году она не должна лениться, а поставить цель и усердно трудиться. Ведь следующий соло-проект принадлежит именно ей. К тому же, в рамках тура они посетят ее родной город. На этом у меня все, всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на меня в Instagram, ссылку оставлю в описании под этим видео. Подписывайтесь на YouTube канал и не забывайте ставить лайки.